решил я еще одну серию съемки снять, показать замену диска. Это вот диск луга, абразив. Он уже сточился троху. И вот слышно пальцем, когда тереш тут, то абразив такие гладкие какие-то. А это у меня я нашел обрезок такие. Не знаю, что за фирма. Какие-то синие. Видно, вот тут написано. Якасио. Йоро там. Короче, тайландский написано. Таиланд. И вот пальцем тереш, что тут абразив такие жесткие, крупные. Ну не знаю, луга удары выдержал такие, что колотило весь тример. А этот выдержит или нет. Вот я говорю, проточу вот этот вот диаметр, тут получается, чтоб диски садились, насколько тут 22 миллиметра походу. Может чуть-чуть и центра тут нема, ну при пилении центр диск сам сужнает. Будем этим кусочком пилить, хотел новый поставить, но решил кусочком, потому что его абразивная часть видно, крупная. Главное, чтобы он не разлетелся. Ну, разлетится, я сам в стороне, получается, сижу. А за этой вот защитой рука моя тут вот. Если разлетится, то никого. Так, резьба тут, получается, закручивается против часовой стрелки. Подзажму. Будем продолжать пилить. Только что я перекрутил уже эту трубу. Уже буду не с этой стороны сидеть. Вот сейчас мы с правой стоим. А сяду на другую сторону. То, что удобно крутить этим вот отверстием. Получается уже сюда. Туда, то есть накрутил уже, у землю уперся лом. А теперь я буду крутить наоборот. Буду крутить ту сторону, а сюда будет проворачиваться. Где по часовой стрелке пропил наш, и вниз буду его про это. А тот раз я крутил, получается, это, против часовой сюда крутил. И с той стороны пилил. А сейчас буду туда крутить, а тут пилить. Это того, это шпагатиной привяжу. Нашел шпагатину. Привяжу к лому камеру. Посмотрим другим диском, как она будет пилить нормально или нет. Это у нас с этой стороны. Так, где видно, да? Сейчас я прикручиваю камеру нашу. Нашей селфи-палки. Приглянем. Нормально держится. Все. Начинаем пилить, потому что время идет уже. Сейчас я гляну время, скажу сколько. Так, 15:32. По четвертого. Ну, чем мне сейчас 7 часов, короче, еще успею пропилить и выбить и в машину погрузить. Грузить, конечно, я сам буду, мне помогают. Короче, копаю я. Добыл металл этот с родителями. Вдвоех. Троех, вернее. И мамка, и батька помогает. Конечно, и сам бы мог, ну. Самому погрузить такую вещь тяжковато. Что не могу настроить? Так, надо далее перебить. О! Лом забивал. Забивал. Закручиваю. Мороз пять машин. Все, можно не упаде. Сейчас заводим, спилим этим диском.
запылилась вся камера. Абразива. Короче, осталось мало чего пилить. Диск. Сейчас я расслажу эту веревку нашу. О, это вот наша такая крепление. Спилился диск уже почти до основания, то получается вот этой частью редуктора упирается в трубу. И стало лучше пилить того, что, как бы сказать, не колотить его сильно. Прожиматься редуктором, за что того упор сильный. И уже осталось тут нам пилить ерунда. Это вот сколько я сейчас с этой стороны начал пилить с другой. Получается, отсюда пропилив до сюда его сантиметров под 30. И получается вот отсюда труба подпилена уже туда же землю пошло. Осталось допилить, ерунда. Кручу ее. Там внутри все бетон, она важит, наверное, если будет 240, еще песок с бетоном внутри троху там, то будет килограмм 300, наверное. Ну, уже осталось пилить все, можно сказать, почти допилили. Перекручу просто, что неудобно ломить, там у землю упираться, и на другой бок у землю. А осталось вот допилить кусок. Сантиметров 12-15. Уже это снимать не буду. Тут внутри бетон, дегтяжей пилить, где с бетоном, а где с той стороны, что я сейчас пилил, бетона нема, то туда диск полностью залазить внутрь, он уже маленький, можно запихать, не порвет. Вот. Удобнее пилить получается, не по длине так пролегает диск. Как бы в торец упираться пились, сантиметровый металл тут осталось его допилить, так что триммером можно пилить. Вот я сейчас допилю, начну чего-то доставать внутри, там бетон, песок, и уже грузить будем. О, видно там, видно, не видно, просвет с другой стороны, и видно, такая куча мусора лежит, и вон лом торчит просвете слева. Осталось пропилить 10 сантиметров. Ну так куда стукаешь? Эй, ладно, буду заканчиваться, тут уже мой батька стал додолбенить, всю камеру песком засыпала сверху. Ладно, заканчиваю, всем до свидания. О, видно, бетон обсыпается там, но внутри